Яички? Да. А это кто? Это жираф. Жираф? Да. Мы ему не делали другие ушки. Ушки другие делали? Не делали. Почему? Почему эти ушки не делали никакие? Никакие. А эти делали, и это. А эти не делали. Не делали? Да. Хорошо. И вот это, и вот это. А расскажи-ка нам, Кира, какую букву мы будем учить? Сзади буковки. Сзади буковки? Вот, я. Это буква какая? Это буква А. Нет, это буква Волк. Это буква Волк. Да, на букву Волк. На какую букву? На М. Нет. Буква Д. Ну, я не знаю, какая это. Волк, верблюд. Волк, верблюд. Да, на какую букву? Лися еще. На какую букву? Лися. Вышла? Лися. А, вишня, да. На букву? Виноград. На букву? Да. Какую? Эту. На какую букву? Папа, я тебе говорю, это и это. И это, а эта буква какая? Папа, я тебе говорю, это чего? Василек. Маленький ящерек. Да. Эта буква какая? Папа. Ну. Ты мне говоришь, какая это буква? Это какая буква? Как буква называется? А я эту букву еще не знаю. Не знаешь? Угу. Хорошо. Белочка, бобр, буква. И колечко. Бубен. Бубен. Буква какая? 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 А я тебя спросил. Я у тебя спросил первый. Я у тебя. Это я тебе хочу спросить. Наверное, буква А. Давай найдем. Давай найдем букву А. Вот. Нет. Это цифра 8. Это буква другая. З. Зебра, правильно. Это какая? Панна. Какая буква? Панна. А да. Вот я делала рыбу. Рыбу, да. Давай дальше посмотрим. Это кто? Это петушки. Вот это кто? Это белка. А белка на какую букву? Не знаю. Ну как не знаю? Видите, какие рыбки только. Рыбки красивые, шикарные рыбки. Это мы сами сделали. А рыбка на какую букву? Рыбка на букву М. Может быть, на букву Р? Нет, на букву М. Мыбка? Да. Рыбка. Рыбка на букву М. Нет, на букву Р. Ну да, на букву Р. Давай дальше. Давай поищем букву Р. Букву Р мы уже прошли. Вот это какая буква? Это какая буква? Гади какому? М, да. А это кто? Аич. А какая буква написана? Не знаю я тут. Буква А. Правильно. Вы угадали. А это какая буква? М. Правильно. Вы опять угадали. Гади. Красиво. Да? Да. А теперь... А где же новые буквы, которые мы будем раскрашивать? Езжаю. Мама нам чего-то не оставила. Да. Как-то как мы будем учить новую букву, если новой буквы нет? Где взять новую букву? Води! Это чего? Это пустая, для новой буквы. Пустая, новая буква. Да. Это кто? Это жук. А это кто? Это жираф. Жираф. А это кто? Яички. Правильно. Вот это. А эта буква как называется?
Нет. Вот еще она не какашеная. Нет, смотри, давай будем учить вот эту букву, давай. Давай. Новая буква. Да? Папа, две не какашеные буквы. Хорошо. Это что? Торт. Торт. А это что? Это телефон. Правильно. А это что? Это шапка. Тапок. Тапок. А они все начинаются на букву Т. 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 Скажи Т. 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 Торт. Торт. Тапок. Тапок. Телефон. Телефон. Тетрадь. Тетрадь. Где тут тетрадь? Тут нет тетради. Да. Да. Какие ты буквы на букву Т? Какие слова знаешь? Почему здесь нигде нет? Давай помогу тебе рисовать. Да. Я раскрашиваю бубончик на тапке, а ты будешь раскрашивать тапок. Да. Давай, разукрашивай. Вместе мы с тобой выучим букву Т. Да. Как буква называется? Тапок. Т. Т. Правильно. Тапок, как у бабушки, да? Да. С тапок. Бубончиками. Да. Ну, у бабушки нету бубончика. Надо ей пришить бубончики на тапок. Да? Ну, где у меня бубончик? У тебя нету. Мы его сделаем. Ну, у меня один лопатый. Да? Да. Один поломатый, а мы сделаем новый бубончик. Давай? Да. У бабушки каким цветом будут тапочки? Белый. Белый бабушке нельзя. Ты что? Бабушке надо зеленый. Давай зеленый. Давай. Я сейчас бабушкин тапок поищу. Белый? Нет. Зеленый? Что? Я тоже нарисовал такие тапки. Да, вот такие тапки. Хорошо. Сейчас нарисую. Залазий. Помогай мне рисовать телефон. Разрисовывай. Да. Рисуй телефон. Телефон на букву... А. Т. Т. Телефон. Телефон. Тарелка. Тарелка. Тарелка на какую букву? На А. На Т. На Т. Тарелка. Телефон. Да? Да. Телефончик красный будет? Да. А тарелка? Ну где тарелка? Нету тарелки, но тарелка на букву Т. Да, вот она где нам. Скажи, буква Т. Телефон будет белым. Хорошо. Скажи, тарелка на букву Т. Да. Т. Т. Тарелка. Тарелка. Телефон. Ну, пап, хватит уже. Ну, как хватит, если мы букву с тобой учим? Мама на нас потом спрашивать будет? Ну, пап, я уже ищу ее. Но ты ее выучила, букву? Букву Т выучила? Нет. Почему? Потому не хочу. Не хочешь? Угу. А на Т еще знаешь, кого зовут? Тоша. Тоша. На букву Т. А вот эти. Кто? Тортик? Нет, вот это. Сейчас нарисуем. Ты раскрашивай телефон, а я буду раскрашивать пока здесь, хорошо? Да. Папа, видишь, наявляющий телефон. Телефон. Телефон на какую букву? На Б. На Т. На Т. Да, телефон. Угу. На букву Т. Т. А еще на букву Т какие слова знаешь? Папа, ну я эту картинку повесить. Повесим. Ты не разукрасила телефон еще. Ну так какие ты слова еще знаешь? Говори.
на Т. Такси. Я на букву М начинаю. Такси на букву М? Да. Нет, на букву Т. Ну, а нечего ученики говорила. На Такси начинается на букву А. Нет, на букву Т. Давай букву разукрашивай. Будешь букву разукрашивать? Да. Разукрашивай. Давай мне типа и Казьму. Вместе? Давай. Вот так? Да. Вместе-вместе? Да. Красиво. Красиво. Давай получилось. Будем вместе торт разукрашивать. Давай. Красиво? Да. Только здесь мне как. Нет, там мы потом будем разукрашивать. Давай тут пока. Вместе. Мы вместе рисуем торт. Торт на букву Т. Да. Тут написано, раскрась букву Т. Да. Буква какая? Т. Правильно. Ты выучила букву Т? Молодец! Бери вот этот карандашик, а я возьму вот этот карандашик. И разукрашиваем тортик, давай. Вместе. Красиво будет? Да. Вместе, конечно. Да. Вот так вот красиво-красиво разукрасим, да? У нас будет самый вкусный нарядный тортик. Да. Потому что он на букву... Правильно. Понравилась буква Т? Да. А давай звездочки посчитаем на тортике. Да. Один. Один. Два. Дальше. Три. Три. Четыре. Семь. Нет, пять. Пять. Шесть. Семь. Семи у меня нету. Да? Да. Тут вообще-то всего пять. Да. Так, между прочим, да? Да. Сколько на тортике свечек? Давай посчитаем. Давай посчитаем. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. 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 Семь. Шесть. Семь. Шесть. Семь. Шесть, а потом семь. Шесть. Потом семь. Семь. А потом? Пять. Восемь. Восемь. Вот, осталось глазики разукрасить. Да. Телефончику. Да. А, вот... а провод должен быть темненьким. На. Каким темненьким? Вот. Провод разукрашивай. А я тебе буду помогать. Вот так. Чего мы